Дети, вы хозяева лагеря. Вы! Новых хозяев лагеря Гагарина приняли со всей душой и трепетом. Теперь они руководят его просторами, наполняя каждый уголок звонким смехом и улыбками. Настоящий старожил этого места летнего отдыха – 15-летняя Алина Попова. Шестой раз возвращается в уже знакомые стены. За все время успела завести много друзей, породниться с воспитателями и вожатыми. Никогда не посидишь на месте. Всегда чем-то что-то увлекательное. То, что делают все для детей, а не просто, чтобы они отдыхали и сидели. Мастер-классов очень много, прям максимально интересные, какие-то даже, которых даже, не знал. Приезжаешь даже с друзьями уже иногда, компания целая, по 30 человек там. Чисто какой-то отряд к любимому воспитателю, который уже есть, которым там по 4 раза одни и те же. Алина Попова не единственный завсегдатай Гагарина. Большая часть посетителей лагеря ежегодно, вплоть до 18-летия, не изменяет любимому месту досуга и развлекательно-познавательного отдыха. Первый раз в лагерь я поехала, наверное, лет в 10-11, я точно не помню. Мне предложили родители. До этого я была только в санатории, в Васильке, получается, и я решила, что можно попробовать. Это была первая смена, и сначала мне не очень понравилось. Возможно, потому что не самое удачное время было. Было холодно, мокро, нас бассейн не всегда пускали. Но потом уже к концу смены я как-то влилась, и с тех пор вот уже, получается, 4-й год езжу. Задача лагеря – раскрыть потенциал ребенка за 21 день смены, понять, какое увлечение ему ближе. Так дети могут попробовать себя в разнообразных направлениях – гончарное искусство, современные восточные танцы, вышивание, плетение браслетов, живопись. Кроме этого, есть и тематические занятия, которым посвящается смена. Смена наша называется «Гагарина 2024 FM». Посвящена она у нас радио. Дети на протяжении всей смены будут собирать новости различные, интересные события, которые происходят в лагере Гагарина. Попробуют себя в качестве организатора, в качестве сценариста, который пишет текст для радио, также и в качестве ведущего. У нас по всему лагерю есть трансляция общая. И каждый отряд будет, возможно, даже придумывать какие-то свои гороскопы интересные. И каждый отряд будет давать такую информацию на всеобщее услышание на весь лагерь Гагарина. За активное участие в жизни лагеря воспитанники получат баллы мегагерцы. По сложившейся традиции, отряд, собравший большее количество валюты, идет встречать рассвет на берегу Зеи. В этой смене бороться за спецприз будут почти 300 человек. Всего же за лето лагерь Гагарина примет 5 смен и порядка 1500 амурчан. Наталья Барас, Леонид Уткин, программа «Город».